Today, we've visited Rostova village, famous for its folk handicraft, hand-painted metal trays. Only 40 or so artists are working in Rostova manufactory. With great pleasure, they shared with us the finesse of production process of these works of art. Artist approaches each stage of production, composition, color, and details with great care and individuality. That's why we can always find artist's signature on every creation. Была маленькая, вот когда я буквально там 30 лет назад приехал сюда, это была деревня на полуострове, в которую только-только провели газ. Ну, понимаете, да? Это с этой стороны водохранилище, с той стороны канал. Автобус домутить, надо было как добраться, доехать. И народ весь жил фабрикой. Тоже это особая такая творческая жизнь, творческая атмосфера, которая мне очень нравится и которая, без которой я себя уже не представляю по жизни. Наш технологический процесс позволяет все время улучшать. То есть мы не можем испортить, мы скорее сделаем лучше, интересней, но можно поменять. То есть ничего страшного не происходит. Иногда первая задумка может не совпадать с итогом. Но, как правило, итог будет, ну, просто это вот, оказывается, можно сделать еще и лучше. Любить надо работу свою. Ну, конечно. Все, кто мы здесь работаем, уже в основном пенсионного, предпенсионного возраста, вот, ну, наши девочки, мы все работу, конечно, свою очень любим. Без любви ничего не получится. The artistic ambience at Rostova Manufactory permits artists to continuously search for new forms, techniques, and compositions, and at the same time preserve Rostova traditions.